Всем привет! Сегодня я хотел бы затронуть небольшой технический вопрос, который, как я заметил, раздражает очень много людей. Связан он с самим Origin. Вспомните, как часто у вас пригорало от того, что при запуске Origin просто валит винду на секунд 10-15, может больше. Потом с тем же успехом отвисает, и дальше вы можете спокойно играть. Сколько топиков создано на разных форумах, никто даже приблизительно не ответит на ваш вопрос. Сколько танцев с бубном я сплясал, останется также загадкой. Ничего не помогало. Origin как убивал винду на 10-15 секунд, так и продолжал убивать. Я, как и многие другие, просто смирился с этим и спокойно ждал, когда винда отвиснет. И вот, совсем недавно, пару дней назад, я решал одну техническую задачку на ПК и вдруг обнаружил, что Windows больше не зависает при запуске Origin. Я так обрадовался этому, просто не передать словами. Как всегда, решаешь одну задачу, а в итоге можешь получить совершенно интересный результат. Но давайте теперь ближе к теме. Я вообще не могу объяснить то, как эти два процесса связаны. Но для того, чтобы у вас не зависал Origin, надо в BIOS'е найти строчку, отвечающую за вашу встроенную графику. То есть не за дискретную графику, а за встроенную, которая имеется в каждом, ну практически в каждом процессоре i5, i7, i3 не знаю. То есть ту самую графику, которая поможет вам избавиться от зависания Origin. У меня она выглядит так. Как вы сейчас видите, значение выставлено на авто, и тем самым графика вообще не используется, и ПК ее автоматически не включает. Но достаточно включить параметры на ON, и при следующей загрузке винды у вас автоматически будут устанавливаться драйверы на ваше устройство. После перезагрузки Origin будет запускаться без зависания. По крайней мере, у меня теперь все работает исправно, и винда не зависает при запуске этого приложения. Вот такое вот решение. Как оказалось, довольно нестандартное решение, но все-таки проблема ушла сама собой. Может, кому-то помогло это видео, пробуйте, дерзайте, всем удачи и всем успехов.